Так, ну, что мы тут еще видим? Поставили ее. Значит, машина. Липер. Ящики у нее. Вынимаются. Под ними полки стеклянные тоже вынимаются. Все вынимается, сзади ничего не торчит, стенка чистая. Так, ставим все обратно. Так. Ящики становятся на стекло у нас. Липсер сейчас включим. Так, нажимаем on off, сразу заработал, работает негромко, температуру можно, ну, где резкость-то, температуру можно менять, и сверху вниз тоже. От 15, плохо видно, до минус 32. Есть суперфрост. Так, работает он тихо. Там выключение. Жмем и держим on off. Все.